Друзья, из полиции сегодня пришло печальное известие. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, мы сообщаем то, что узнаем от первых лиц. Этой ночью в центре Москвы произошла страшная авария. Виновником аварии стал известный российский спортсмен-фигурист Алексей Ягудин. Сообщается о том, что по его вине погибло двое мужчин. На данный момент сам Алексей Ягудин находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города Москвы. Детали пока не разглашаются. Действительно ли это все правда, либо это фейк интернета, мы пока не знаем. Но в интернете уже появляются много версий. Самая правдивая версия, друзья, появится уже завтра на утро на нашем канале, в нашем новом выпуске. Мы просим вас поддержать наш канал подпиской и следите за нашими новостями.